буду фудблогером. Куда бы я ни заходил, я теперь буду снимать, ставить оценки, баллы, делать замечания. Возможно, это пригодится кому-нибудь или поможет владельцам этих заведений улучшить свой сервис. Пришли в шашлычный двор. Это вот находится по улице Каштабаева. Такая здесь у них терраса классная. Накрыто все, закрыто. Уютненько. Сиденья. Такие велюровые, скорее всего. Я даже не знаю, матерчатый такой материал. Классный. Вот здесь голубые ели тиньшанские. Все убрано, чистенько. Это, оказывается, кукла. Прибыл салат Аве Цезарь. Вроде порция большая, но тарелка, как всегда, обманчива. Она немного глубокая. И сама тарелка, она огромная. Ну, это хитрости ресторанные, кафешные. Пришли наши блюда. У меня тарелка такая же, как и на салате. У тебя солянка, да? Солянка, горшочки. Так, заказ прибыл где-то за 20-25 минут, нормально. С лимоном подается. Классно. В принципе, все устраивает пока что, все хорошо. Я заказал фрикасе с грибами. И на гарнир рис. Нормально, но этот тушится твердая и сухая. Соус может снизу. Вкусные ингредиенты, хорошие, но курица сухая прям. Соуса просто мало. Наверное. Сама солянка вкусная, но оливок нету, да? Единственный минус. А так все нормально. Порция, вкус, все хорошо. Лимон ты вроде добавил, все классно. Единственный маленький минус, нету оливок. Все. А здесь мимо нас проносят огромные тарелки с шашлыками. Прям остается такой запах, и слюнки текут. Прям хочется покушать этого шашлычка. Наверное, здесь шашлык сочный, вкусный. Но вот именно с моим блюдом не повезло. Заведение называется «Шашлычный двор». Вот шашлыками здесь пахнет просто классно, пробивает на аппетит. Прям хочется поесть шашлыка. Здесь, скорее всего, ориентировано это заведение на шашлыки. И они, если я даже не пробовал, уверен, что они хорошие. Но блюда по блюдам... В моем случае есть замечание. Только что заметил, что грибы тоже пережаренные. Вот. Вкус пережаренного. Это, оказывается, грибов. Скорее всего, соуса мало. Она получилась сухая. И грибы, они пережаренные, они горелые. Лук горелый прям. Вкус такой пригоревший остался. И вот наглядно, чтобы... показать, что это действительно так. Горелый лук. Грибы вот здесь прям черные-черные. Скорее всего, просто грибы черные, но такие они черные не должны же быть, полагаю. Фрикасе жидкий должен. Да, фрикасе жидкий должен. Главное, не доедаем, да? Не, не доедаем, не так. Просто... Чтобы подтвердить, не просто на словах, вот на видео говорю, показываю. Я все-таки не доел, оставляю половину своей порции, одну треть своей порции. Как я и говорил, повторюсь, что я никогда не оставляю блюда недоеденным. А в этот раз мне пришлось. И пришел я, в принципе, голодным. Я готов был всю порцию съесть, но не смог. Не судьба. Хлеб подается в таком классном... как это называется, материале. Не просто вот сюда кладется, там где обычно в других кафешках, вот здесь прямо оседает грязь, пыль. Вот в таком материале. Классно. Материал вроде чистенький. За это плюс. По
обслуживанию здесь все нормально. Ненавязчивое обслуживание. Все вовремя приносят. Маленький минус вот здесь. Так как здесь терраса, здесь оседает немного пыли. И вот перед посадкой новых посетителей лучше бы было, если бы они протирали сверху и сажали новых посетителей. Самое основное, это они не выдают ККМ-чек.